Добрый вечер, дамы и господа. С вами Колон и Джейк. Приветствую вас на продолжении прохождения, да, я знаю, масло масляное, Сатурни Dual Destinies. И продолжим мы с того, на чем остановились. Ваш кэп. Да, ваш кэп это мощно. Ну, погнали, я думаю. Давай. Ну, знаешь, лучше уж капитан очевидность, а не какой-нибудь адмирал Ясенхир. Итак, в общем, в прошлый раз мы выяснили, что помимо нездоровой склонности к рестлингу у некоторых представителей тамошнего поселения, кто-то всерьез воспринимает слова о том, что убийство совершил некий демон или Джокер. А кто, в общем, там с ними сношался, я не знаю. Сейчас чуть-чуть потише. Воу-воу! Детка играет большого папу впервые. Ее избавить от этого заикания своим голосом стали? Да. Да-да-да. Опа. An old friend of mine from junior high. And I say all the time. Из основной старый друг из основной школы, что ли? Да. Надо запомнить. Первый раз Аполло его упоминает. Это очень интересный факт. Смотрите, кто заявился. Батя, заметь, кстати, без баджика пока еще. А что это у него там свисает? А, это он в нагрудный карман положил часики. С портретом труси внутри. Ой, не часики, медальон. Медальон. Который он в четвертой части забрал у самого Зака. Значительно взрослее. Намного взрослее. Ну да, сколько ж лет прошло с тех пор, как у него, ну, отобрали значок, и он просто переквалифицировался в отцы. О. Ну, я думаю, это статичная все-таки картинка. Ну да. Я так полагаю, то, что осталось из предыдущих задников серии, они лишь так слегка, ну, принарядили. А то, что полностью новое с нуля создано для этой части, то они обтрехмерили. О, нам уже про нового прокурора рассказывают. Воу-воу. Сила убеждения, Люк. Используй силу. А я это уже... Подожди, по-моему, в одном из Феникс Ронг вот этой серии... небольших анимаций. Я видел, что за стойкой прокурора стоит Дарт Вейдер и, указывая пальцем во Врайта, ну, говорит ему «I am your father», а у Врайта аж челюсть вниз упала. Да. Вообще страшный типаха будет нас ожидать.
Как ты считаешь, прокурор, которого приговорили к смертной казни? Это как вообще? Маразм крепчал, деревья гнулись. Ну и Райт ржет. Это к чему было сказано? Если хочешь сохранить голову на плечах. Боюсь, это предупреждение, причем в буквальном смысле. Не быкуй на прокурора? Типа того. Let's do this! Суд идет. Всем встать. Да здравствует суд. Самый гуманный суд в серии. Court is now in session for the trial of Damian Tenma. Team leader. Да. Оу. Судья помнит. А тут никого нет. Что, он под стол залез, что ли? Привет, Бобби. Опа. И доставляют из тюрьмы. Нормально. Да, срок отбывает. Yep, prosecutor Blackwell's an inmate. Мне кажется, не сносить головы было сказано именно поэтому. But even a convicted murderer still got a job to do and duties to perform. Шарапов. Не понял. Афина его знает? Похоже, что да. От слов к делу? Оу. Да, слушай, а по-моему уже Такуми к этой игре отношения не имеет. Если имеет, то весьма-весьма непосредственно. Лысейшество? О, как оригинально. Самовлюбленный старый болван. Еще лучше. И это вводное слово прокурора? Нормально. Это вступление прокурора.
Точнее, анонист и я Д'Артаньян, да? Если вкратце. Ну ладно. Послушаем, что он там. Так, жертва Рекс Куби, Альдерман, Долина Девятихвостых. Ну или Девятихвостых. Так, обвиняемый. Или нет, это пока обвиняемый, да? Да. Дамиан Тенма, мэр Тенма Таун. Обвинение в убийстве. Оу. У него был так мотив. Кто вступительную речь ведет, прокурор или судья? Ну, теперь судья. Да, действительно, человек всеми родинками лица, похожий на прокурора. А нет, он судья. Браво, ваша лысина! Да, годы вашего опыта светят так же, как и ваша голова. Ну ладно, поехали. Ну, первый наш свидетель – это Бобби Фулбрайт. Его даже не надо представлять. Когда представляется. Может, дышать трудно. Как это можно перевести? Дурачье святейшество. Дурачье святейшество, что ли? Не, Брайт. Ну, Фул Брайт, ну, этот яркий, знаешь, такой позитивный, что светится уж. Позитивный дурак? Или какой? Светотур. Не, ну на самом деле дело серьезное, а мы тут ржем. Это как с Терминатором было. Вроде на боевичок пришли, а ржали как кони. Это о Генезисе? Да. Ну, лично мне не понравился. Терминатор закончился вообще на втором фильме. Или точнее на его режиссерской версии. Все. Что дальше? Ну, то же самое можно сказать про Феникса Райта, что он закончился на третьей части. Так, поехали. Значит, Альдерман... Убили копьем, которое было на стене. Угу. А на орудии убийства найдены отпечатки обвиняемого или же подсудимого. Так. В это же время Альдерман Кьюби дрых от какого-то лекарства, которое он, собственно, неосознанно проглотил. Так. Мэр атаковал беспомощную жертву, проткнув его как человеческий шашлык. Да, красивая метафора. Но внезапная боль пробудила жертву. Он схватил статую и нанес удар. Ну, вы поняли. Ответный удар. Жертва наносит ответный удар. Почему же тогда мэр все еще живой? Да. Так, Альдерман, значит, был бывшим рестлером. Так, что у нас тут сказано? Так. Причина смерти.
Как? Пронзен копьем. Продолжительное время смерти около 3 20. Часов дня и 20 минут. Ну, короче, 20 минут 4-го. Так. Жертва находилась во сне, вызванном каким-то лекарством. Хм. Короче, была усыплена. Не того цитируешь. Если я правильно помню, Not So Fast — это была фраза этого агента из Интерпола, который в приключениях Эджворда засветился. Да. Как его там, Шерлонг Ланг звали, что ли? Господи, ты еще его имя выговариваешь. Ну я что помню. Я ж говорю, я только недавно второго Эджворда перепрошел. Просто там сюжет какой-то сумбурный вышел. Ой, не надо мне напоминать. Я до сих пор не могу сконцентрироваться. От первого или второго? От второго. Ну, единственный там, ну, один из тех немногих плюсов, это, во-первых... Воу. Возможность поиграть за папашу, за папашку Эджворда. Ну, не более. И заодно все-таки мы раскрываем дело, из-за которого фон Карма получил свой первый штраф в карьере, единственный. Ну и, собственно, из-за которого он Грегори убил. Ваша лысина, вы согласны? Ваше лысейшество, что скажете? Нормально. Суд не начался, он уже судью прессует. Он сам, наверное, решает, что он судья. Так, ну чё? Когда мы перейдем к кросс-опросу? Я хочу кросс-опрос! Кстати, в версии для iOS можно самому фразы в микрофон орать? Нет, по-моему. Фак. А то помню, были шутники, которые в DS-ке орали весьма, скажем, слегка нецензурные фразы. Кстати, игра их даже понимала. Например, Op Fucking Jackson. Стоп. Слабый objection, я думаю. Но то, что она как резко вот вступила. Саймон Чернопёрый. Да. Звучит устрашающе. О! Так, орудие убийства. Статуэтка? Да. Два демона. Девятихвостый лис и Тенматару. Так, а вот теперь интересно. О! Нету отпечатков. Отпечатков-то нету. Ну что, начнем? Поехали. Перекрестный опрос или кросс-опрос.
Ну, я уже думаю, здесь достаточно просто. Вот стоило только посмотреть раз, и уже знаешь, где тут несоответствие кроется. Самое-самое первое. Так, это нет. Вот. Ну, учительно, если не осталось отпечатков на статуэтке, о каком тогда ударе можно говорить? Вот. Это... Ну, это достаточно просто, я думаю. Да, как на фотожабе. Objection. Я нашел несоответствие в этой самой вашей логике, поэтому, пожалуйста, заткнитесь на. Очень часто любили, кстати, такие картинки в сети использовать. В оригинале были objection. I found a flaw in your argument, so kindly shut the fuck up. Так. Ну, собственно, какие нам тут предлагаются варианты? Кьюби дрался безоружным, ну, кроликом в рукопашную. Отпечатков нет, и не, она не сломана. Ну давай вот предположим так. Значит, Куби дрался безоружным. Ну, это однозначно отметается. Потому... Если он был накачан, ну, в смысле, каким-то лекарством, что пошел дрых, как бы там сразу на месте. Так. Ну, просто бы времени не хватило. Ну... Да и к тому же, если удар был достаточно сильный и меткий, то он про себя даже не пришел. Так. Второй, отпечатков нет. А, значит, давай-ка вспомним. Когда мы там рыскали, да, мы нашли под креслом зеленое полотенце, в котором вполне возможно была завернута статуя. Да. Значит, вполне возможно, что это вариант номер два. Там вообще не будет отпечатков. Да и потом, вот логически посуди, копье, главное, куда его этим копьем проткнули. И он бы от этой боли резко бы проснулся, да как-то сомневаюсь. Вывод? Тут явно что-то не так, и это, ну вот, пункты как этот самый сломано и дрался безоружным, скорее всего, явно не подходят. Но вывод здесь только такой. Кто-то должен был оставить отпечатки. А ему, видимо, все равно. Your mind is dull as an honed blade, just is dono. Ну, это он уже перешел на этот самый вежливый, по-моему, японский, я не помню, то ли префикс, то ли еще как-то. Ну, когда обращается к человеку с уважением, вроде как господин, ну не то чтобы там лорд или мастер, а вот по-японски это dono. Первое, что приходит на ум, вот когда вот это обращение видишь, это манга, вот этот Шаман Кинг, король шаман, как вот этот самурай Амидамару обращался к своему, ну скажем так, хозяину Йосакури. Понятно. Ну, по версии манги он говорил Йодоно, и в общем обращался к таким вот людям. Но это такой уважительный, знаешь. Ну вот, я аж опять говорю, в платок завернули. Ткань, кровью пропитанная. Угу.
всему, кровь на ней мэра. А мэра ли? Ну, если верить черноперому. Ладно, Блэквилл. Я думаю, тут одно из двух. Или чтобы вытереть кровь, или чтобы не оставить отпечатки на статуэтке. А мое мнение лично, чтобы... Третий вариант, поскольку второй вариант, если вот смотреть внимательно, да? Где она у нас? Вот посмотри внимательно, она лежит вот здесь вот под креслом, да? То есть использовали-то ее случайно, как будто бы ничего и не было. То есть это больше похоже, что обернули статую просто. Чтобы отпечатков не оставить. Да. То есть был нанесен удар, статуэтка, местом, которым удар нанесли, окрасилась кровью, но от этого как бы отпечатков того, кто держал эту статуэтку и бил, не осталось. Упс. Так что-то пошло не так. Кровь-то чья? Ёпты зелёные. Джастис слегка поторопился. А когда он не торопится? Это было бы верхом дебилизма. Демон? Да, теперь уже защита протестует между собой. Фулбрайт. Так. Он прям как Франциско Лонкарма. Батюшки. А чё они имеют против перьев-то, а?
Ну-ка, ну-ка. Features and tracks. Вот оно даже как. Все дело строится на попытке устранить ненужного человека. Ну, с какой-то стороны здравая логика здесь есть. Но не полностью. Какие-то политические игры, которые мне непонятны. В общем, кто-то хочет подмять под себя территорию, и убийство было этому препятствием. You don't say. Помнишь этот мем с Николасом Кейджем? Не совсем. Ну, у него еще глаза были вытрещены. You don't say, то есть... Да ладно. Поехали. Вроде здесь, на первый взгляд, все достаточно объективно. Thank you.
этим Тенматаром. Весьма непонятно. Ну, ничего нового не узнали. Это. Так, ну это золотые волоси, что мы нашли. Да. Кусочек, комочек шерсти. Которые упали с маски. И они подозревают, что маска была на месте убийства. Ну, собственно, к этому-то нас вели в расследовании-то. Значит, Алдерман был никем иным, как Девятихвостом? Ну, теперь только осталось разгадать личность Тенматаро. Опа. Если ценишь жизнь дорогого тебе человека, ты объединишь Девятихвостую долину с Тенматауном. Никому не говори об этой угрозе. Скажешь, можешь считать дорогого тебе человека уже мертвым. Ничего так. Ты что-то пытался шантажировать. Рекса Куби шантажировали? Но его жена, судя по всему, уже в госпитале. Стоп. А ведь действительно, мэр Тенма говорил, что его тоже шантажировали? Да. Не то ли это письмо? А я тут подумал, может, кто-то вот этот третий, о ком вот Афина говорила, может, шантажировали их обоих? Ха. Ну, оно так составлено туманно, непонятно, к кому обращаются. То есть это может быть и жена Кьюби в первом случае, или даже дочь мэра. Да.
Одно из двух. Это как в третьей части, вспомни, когда Ларри писал. Любовные письма, которые сочли за шантаж. Ну, в первом Эджворте такое точно было, это сразу скажу. Он писал подружке, а оказалось, что это была Уэнди Олдбек. Не догадайся, что старушка об этом подумала. Ну, понятное дело. Извращенец. Стоп, секундочку. Значит, Фулбрайт говорит, что майор убил Альдермана после установки вот этих улик, указывающих на демона. И что мэр после этого был откнул, был в отключке. Минутку, минутку. Что-то не клеится. А вот это вот уже явно не клеится. Ну вот достаточно взглянуть хотя бы на это фото, чтобы сказать, что это далеко не так. Он что, спал на столе, получается? Нет, 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 нет. Посмотри на следы. Следы-то уже после того. Ну да, потому что они уже в крови, они уже кровью отмечены. Вот именно. Я не думаю, что перья... Слушай, если я правильно помню самого этого Тенматара, да, у него нога построена таким образом, что коготь вот этот, да, который большой, угу, один, он повернут как вот у людей, как 5 пальцев, да, в одну сторону, а вот эти, сколько там, 3 когтя, они как пятка. Это явно похоже на фабриковку, знаешь? Ну, в любом случае, это не вяжется. Указывать еще, в чем именно несоответствие? Да, ну здесь, в принципе, я думаю, это просто. Разберемся. То есть в них-то все и дело. Да. К тому же перья-то ведь кровью не замазаны. Так. В общем, третья личность тут наверняка есть уже. Явно кто-то проскакивал третий. К тому же вот этот Джокер, который в начале, ну, дела в ролике проскакивал, он что-то из головы не выходит. Да. А, ну да, она же говорила, что вот этот тут демон проскочил. Ну, она наткнулась на него. Да. И да, смотри, как у него расположены вот эти лапы на ногах. Ага. Кстати, заметь, на руках у нее 4 основных и 5, да? А на ногах у него всего лишь 3 основных и 1. Интересно. И все, как всегда, молчат. Почему такая молчанка? Thank you.
вечно достается защите. Да уж. То есть она говорит, что после того, как обнаружила, ну, место преступления и вызвала полицию, она вышла в коридор и столкнулась нос носом с этим демоном, который выбегал напрямую из фойе. А судя по плану, здесь-то откуда ему было взяться? Да, собственно, и неоткуда. Что-то я не очень-то понял. Хоть вы как бы в середине гуще, ну, гуще событий боя, меч сломан. Каждый видит то, что хочет видеть, с другой стороны. Неужели он сейчас в зале суда у кого-то по карманам пошастает? А как он до судьи достанет? О, да он дрыхнет. Нормально. Не очень-то понял, при чем здесь тануки? Наверное, он хитрый, как тануки. Я где-то читал, что есть такая сказка, что вот тануки собирал запасы, ну, до зимы, а зимой хлопал себя по животу. А в чем хитрость-то? Ну, что он сам по себе, как бы, так полагаю, то ли я решил голод обойти, то ли еще что-то. Хрен знает. Я, к сожалению, не фанат. Ну, не разбираюсь в этих преданиях. Он дарит туфли его святейшеству. Слушай, а не те ли самые это туфли? Кое-кто у кое-кого стип взял. Куда он умудрился? И казалось бы, судья должен сказать, вор должен сидеть в тюрьме, верно? Ну же, Блэквелл, давай. Так, ну что, посмотрим, что он нам скажет. Охраняя фойе. В момент убийства он охранял фойе, как его мистер Кьюби просил.
Так. Я попытался убедиться, что никто к нашему гостю не подойдет. Я был все еще в своем офисе, глядя на часы, когда убийство случилось после 3 часов дня. Минутку, что-то здесь уже не ладится, ну-ка еще раз. Ну после 3, там же вроде как на 3:20 было, нет? 3:00 здесь. И это введено, то есть вот это вот он смотрел, так или иначе. Или хотел посмотреть. Значит, он куда-то отлучался. И да, хочу себя поправить, он сказал, не смотрел на часы, а нес вахту. Что-то как-то странно, давай-ка. Но я не видел ничего из ряда вон выходящего. Ни души? Мумба-юмба. Оп. Мистер Тануки. Так что, Аполло уже успел объяснить Афине секрет своего браслета? Типа того. А то как-то она слишком, к этому естественно отнеслась. Хм. О, это еще что такое? У него есть ручной ястреб? Так, а? Чувствую, эта птичка сейчас явно сделает жизнь веселее в зале суда. Кто пустил птицу в зал суда? Я не понял, он ястреб что, тоже носит? Прям дурову. Да. Или что это у него на шее у ястреба? Да, это платок. Куда он? Дриснул своей головы. Кто-нибудь помоги. Да, лишь только когда проголодается по-настоящему, тогда берегитесь. Там еще и блох счесывает. Нормально. Он же лысый, ему-то что? Действительно. Ой. Да. То есть все сейчас начинает пока упираться в Филча. Да. С другой стороны, а видел ли он? Была ли у него возможность видеть? Начнем с этого. Значит, надо его ломать. Начнем тогда с малого, может. Мог ли он вообще видеть? Слушай, а ведь Филч-то это же глагол в английском языке. И что он обозначает? Стащить, стянуть. Да, это на него похоже. Стаскивать или обуви, что ли? Да вообще он варьё. Так, давай-ка попробуем сперва самое-самое-самое первое. Вот здесь. Может быть, он смотрел передачу, а вовсе не... Да.
Хе. Так. Он вроде как признавался, что не прочь рестлинг посмотреть, нет? Да. Значит, он не мог его пропустить. Матч, в смысле. Это была полная катастрофа. С другой стороны, получается, что матч он все-таки смотрел, если знает, что это была полная катастрофа, полный крах. Да. Значит, откуда он знает о результатах? Да, да, да. Что-то судья все на свою лысину принимает. Так маленькую купил, что ли? Или брата своего пригласил? Так. Ну, давай начнем с простого. Нас спрашивают, что он не мог смотреть. Но это мы видели еще вчера. Потому что где находится фойе, а где телек? Да. И вот из этого, кстати, ясно видно. Вот оно фойе, но телек-то вот он. Извини. Окон там нет в этом помещении. Окна вот здесь вот располагаются. Хотя, он... в принципе, если он пялился в телек, у него же голова не вращается на 360 градусов. Вот именно. Хотя он... кто знает, как там у фойе это устроено. Но, если бы он прошел здесь, этот... Тен Матара. Он бы попал на камеру. С другой стороны. Ну, а на камеру кто-то попал? Ха. Нет. Ну ладно. Подумаем пока вот так. Сперва нам нужно доказать, что он его не мог видеть. Что нам пока удается? В плане крика, что ли? Голос какой-то слишком такой, знаешь, неестественный для брутального преступника. И вообще для прокурора. Так, слышал, да? Значит, слышал ты. И что ж ты слышал? Честно говоря, бесить. Упрятать бы его в кутузку по делам надолго. Варьё должно сидеть в тюрьме. Из-за
Судья такой, будет сидеть. Филч: нет, что? Objection, будешь сидеть. Я сказал. Поэтому я не могу воспринимать этот суд всерьез. Это фарс какой-то. Так. Верс вокер номер 5. Да, работающие на сверхурочном уши. Ну, типа, да, это так и есть. Я пялился на матч рестлинга по телеку, который был в офисе. Может, глаза и отлынивали, но уши... Нет, они работали сверхурочно. А пол был скрипящим. Никто бы не мог пройти, ну, как бы я не мог никого упустить, кто по нему пошел. Так что не было никакого тен-метара в фойе. Пол был скрипящим. Пол был скрипящим. Я не знаю, чем тут можно приезжать. Здесь на первый взгляд... Давай рассуждать логически. В принципе, здесь можно использовать ту же тактику, что использовал Феникс в предыдущих трех частях. То есть каждое его это заявление можно оспорить на случай, если он все-таки расколется и сдаст какую-либо новую информацию. В противном случае придется искать конкретно вот его упущение в показаниях. Ну вот смотри... Про рестлинг матч. Вроде, ну, казалось бы, ну что здесь? И вот здесь, ну что здесь может быть? С другой стороны, а разве у Тен Мутара крыльев нет? Да и следов вроде бы сей товарищ тоже не оставлял. Так вот мне тоже кажется. Но тогда бы он слышал шелест хотя бы. Подожди-ка секундочку. Чё-чё? Еще раз. Тен Матара, где издает звуки при ходьбе, как колокольчики. Ну да, такие колокольцы. Ничего не понял. Откуда он это может знать? Отличительная его черта? Издавать такие звуки? Подожди, что-то здесь не так. Вот эти вот желтые объекты. Подожди, чем-то он отличается от того, что мы видели. Непонятно. Посох, правильно. Видишь, у него что-то вот какая-то фигня на посохе. Посох. То есть, типа колокольчиков он издает, когда с посохом.
Подожди, какой посох? Откуда он взялся там? Видишь, он же что-то в руках держит. Нет. Слушай, подожди, а это не копье случайно? Да нет, не похоже, это посох. Просто у него какой-то наконечник острый у этого посоха. Ну, может быть и так. Нет, ну копье-то нашли на месте преступления. А оно одно там было? Да. Значит, отлетает. Нет, подожди, посох. Здесь все упирается в посох. Если бы этот воришка его не видел, он бы тогда не знал, что у него есть посох. То есть, стало быть, он все-таки видел. Ну или слышал. Ну или хотя бы слышал. Мне кажется, это. Конечно, жизнь важна. Это очень важно. Ну вот ты и попался, дружок. Мне кажется, свиток надо. Угадал. Нормально, Тенматара посох не использует. Ага. Ну да, он же тут без посоха. Кто тогда попытался навести расследование на ложный след? Подожди, но мы с посохом его видели, кстати, только однажды. И то, когда он пронесся мимо. Может быть, тогда это просто фальшивый Тенматара? Так, Филыч, ну, явно знает что-то больше, чем говорит. Так, ну вот давай, смотри. Значит, если тот был фальшивый Тенматара, да, у него был посох, то этот Филч знает, что посох был у него. Значит, он его так или иначе видел. Третий вариант забавный. Филч простофиля. Филч простофиля. Чем же он простофильч? Я думаю, все-таки вариант номер два. Чуть он боится так. И все равно не признается, да? А, вот чего он боится. Душу? Угу. К
когда это у Варья была душа? Кто-то сказал, что среди воров больше чести, чем у дипломатов. По-моему, это я услышал в Mortal Kombat X от Котлкана. На Тенму Тара, не говорите остальным, если вы его видите, игнорирование этих самых. Правильно, ну позиции. Нет, ну как бы superstitions это эти самые поверья. Игнорирование поверий обойдется вам ценой вашей души. Однако есть один шанс ее спасти. Ваш незамедлительный выезд за пределы деревни. Да, то есть ГТФО из деревни. Освобождение его принесет погибель деревни. Так, ну это уже более интересно. То есть он никогда не признается, что видел его. Все эти суеверия, они, знаешь, они следуют, как я не знаю кто. Я уже узнаю заседание суда. Господи. Слушай, он так вот руками шевелит, как будто сейчас разорвет эти самые кандалы. Кандалы сделаны из титаниума. Я думаю, вряд ли он разорвет. Обещаю, я больше не буду. Логика убийственная. Класс. Эй, куда ты удрал? Да, такое редко увидишь. Че, удрал он? Зака Гармарье кому-то не дают покоя. Не, ну удрать от ястреба, это знаешь ли уже. Сломал таки. А ты говоришь титан. Спасайся, кто может. Меч разрешили в зал суда принести. Упс. И зал сразу опустел. Что-то он веселенький слишком. Господи. Возражаю на определение про
правосудия детектива Бобби Фулбрайта. Молчать. Не давит. Я не привык резать трусов. Ну да, игра уже явно перешагнула возрастной порог. Какой? 14+, 16+. Ну, просто я имею в виду по своему содержанию. Предыдущие 4 части, они не были вот такими резкими в плане разговоров, да и вообще поведения персонажей. Хм. Ну, даже может... второй Эджвард этим не баловался. О, Господи. А, между прочим, в какой-то степени задал даже корректный вопрос. Да. Боюсь, сейчас мы зайдем в тупик. Все к тому идет. А Флорента что, не позовут? А че его звать-то? Мне потом, мне почему-то кажется, что его тоже не надо списывать со счетов. Слушай, а мы действительно про него забыли-то. Если этот сидел, смотрел рестлинг, то что делал этот Джокер-то? Виновные будут наказаны. Опоздавшие. Только в данном случае опоздавшие, да. Давай, блошек там счеши, да. Его лысейшество. Да, кандалы, смотрю, делать разучились. Хлипкие нынче кандалы пошли. Один умник нашелся. Давай еще на дуэли его вызовем, действительно.
Дресслер против самурая. Вообще норм. Ты можешь себе это представить? Вообще-то мы тут пытаемся суд вести, как бы. Мы пытаемся тебя оправдать, дебил. Кстати, вот такой вопрос на засыпку. Если Дженкси была служанкой, так, то что она делала в доме этого Рекса Куби? Боже мой, кого она там убила? Как будто надо меньше всяких талисманов вешать. Нурарихон. Что-то знакомое. Достань уже, трусиха несчастная. Господи. Бедный ястреб. Прикрепить талисман на голову Блэкуэлла. Я бы хотел на это посмотреть. Оу. Что-то я немножко не всосал. То есть люди спят хорошо только потому, что он моет бобы? Ну, звук, который он издает, когда бобы моет. Что за типаха? Так, ну ладно, будет что. И что же ты видела? Видела ли я Тен Мотаро? Видела ли? Не, не знаю. Ничего себе. Много? Кажется, идея вызвать ее в качестве свидетеля была не самой хорошей. Гащенко по ней плачет. Сейчас преступник возможности Мафина. Ну, это хотелось бы в матрицу настроения влезть. Ой.
Воу-воу-воу-воу! Просто какой-то неконтролируемый страх. Это что еще за Спанч Боб слева? Ну, на первый взгляд, это не выглядит таким уж страшным-то. Не знаю, очень даже милые зверушки. Ха, одна из функций виджета. Ну да, она ж нажала на него, а потом еще перчаткой привела. Грусть. Грусть или страх? Сейчас она под воздействием неконтролируемого стресса. Живьем брать демонов, но не взяли. Тащи вил ее. Может, лучше куплю воду в лучших традициях Калеба. Так. Что ж, попробуем. Ну что? Да я даже не знаю, что. Чего же она боится прежде всего? Кошки на этой самой? Ну, мне показалось, да. О, а вот это уже более рациональное объяснение. Вот он этот каша, вот он. Каша есть, а где масло? Машу каслом не испортишь. Это да, даже не обсуждается. Остальных, что ли, так вот расписывать? О, боже мой, да мы долбанемся всех. Упс. Разбили. О, 50%.
все. Сейчас она не так будет бояться, наверное. Наверное, придется теперь ее, ну, эмоции ощущение, что они сами увидели демонов. Стоит он за прокурорской стойкой. Слушай, а вот заметь, кстати говоря, вот пролистывая все это, смотри, насколько здесь она боится, да? А вот на этом она боится меньше всего. Но здесь больше кроется удивление, то есть... Ее ноги отказали, она упала на пол. А чему же она удивлена? Она, в принципе, бояться должна, потому что в случае чего-то Тен Матара просто мог бы на нее наброситься и... И одним ёкаем стало больше. Ну вот смотри, здесь просто страх как боится, да? А вот здесь как бы не очень-то и боится. Может, здесь ответ в этом? Видимо, в этом. Вот, вот, вот. О чем и речь? А при чем здесь смелость-то? Ну, внезапно вот эта вот вспышка смелости. Она только смелела. Трясется, как осиновый лист на ветру. Mm-hmm.
В самом начале она говорила, что ей кураж дает вот этот цветок. Ну, сказать-то она сказала, но откуда цветок прямо посреди этой? Да, я так полностью не заметила. О, минутку, это что такое? Монетка, что ли? Ключ? Да нет, какой-то чехол, из которого можно сделать ключи. Опа, опа. Главный ключ к поместью Кьюби. На девочку переводит. Я кажу, мне не нравится, к чему они клонят. Очень не нравится. То есть она как бы единственная личность, которая могла воспользоваться этим ключом? Поехали. Не, это не то. Не
Ну, а теперь вопросы пошли более серьезные. Ладно, проблема. То есть до момента прихода Дзинкси это было заперто. Так. А теперь? Что же теперь? Кто-то открыл, да? Нет, она сама открыла. Откуда взялся тогда Тенматаро? Как же киллер скрылся? Ну не через эту самую, уж никак, через вентиляцию уже. Нет, явно не через вентиляцию. Так, еще раз. Смотрим. Здесь у нас окошка нету, как я и говорил. То есть если этот Тенматаро пришел отсюда, да? То. И бежал так, то. Как же ушел реальный киллер? Наверное, через эту дверь и ушел. Черт побери. То значит, придется нам опять снова объяснять, что ж тут не так. Не могла. Тенма закрыл ее изнутри. Маловероятно, мне кажется, вот это. С трудом. Блин, ну я только хотел договорить, а ты меня своим полумечом, получерт знает что. Подожди секундочку. Где это? Где этот план? О, вот еще раз. Ну что ж получается? Я ничего не понимаю. Еще раз.
Значит, как Дзинкси открыла дверь? У нее был ключ. Был. И она говорит, что ключ нашла здесь. А как же она дверь открыла? Я что-то не понимаю. Из окна же. Минутку, бросить снаружи. Вспомни, когда мы там ходили по комнате, так мы видели вот это наверху, так? Это самый вентиляционный короб. Ну, вентиляционный короб, но вот предположим, что это действительно, это так его забросили снаружи. Снаружи. Нет, здесь что-то не вяжется. Здесь что-то не вяжется. Ну, не может ключ... Так, заперли, так? Ключ подбросили. Но не снаружи же поместье. Через окно открыто. Оно же было закрыто на момент преступления, не так? Абсолютно, абсолютно. Но мне кажется, все-таки через вентиляцию его могли подкинуть. Но хотя это такая теория, ну, на живца, я бы сказал. На ловца и зверь не очень. Давай попробуем, че. Боюсь, это не то, наверное. Хотя вроде да, вон он, что-то. Ну как? Что именно? Позже вентиляцию. А что здесь такого? Нет, здесь, понимаешь, здесь меня беспокоит другое. Здесь все эти фокусы с закрыванием дверей меня беспокоят больше. Так, вот он открыл дверь. Изнутри. И закрыл. Закрыл. Потом пролез так и бросил ключ. Нет, нет, не вяжется. Ни хрена это не вяжется. Не вяжется. Silence.
Не вяжется тут с ключами, вот хоть убей. Так, а вот и наша теория про камеру. Нормально так, да? Молчать. Мне бредовость нравится меньше всего. Хотя, с другой стороны, это всего лишь идея. Это не обязательно было так. Ведь нам сейчас важно что доказать? Что была возможность. Господи. Может, это вот шерсть? Шерсть? А где она тут? Ее здесь нету. Блин. Так, еще раз. Что доказывает, что киллер улетел? Правильно я перевел-то? По-моему, да. Правильно. Улетел. Знаешь, тут сложно не догадаться уже. Вот, пожалуйста. Улетел же? Полет фантазии? Да. Что-то мне это не нравится. И снова ищем стрелочника. Мне очень не нравится. Честно сказать, я в шоке. Но как она может быть с этим связана? Ну, пока это всё лишь предположение. Но он пытается выдать его за факт.
Чё? Так это он? Подожди секундочку. Or this is no good. Это действительно не есть хорошо. А, не понял. Что это еще такое? Что еще за карта? О, у него изменился голос. О, господи. Нельзя же так пухать. Это что еще за одержимость? Еще он может думера шотганом давать. Сейчас мы этого демона быстрее проводим. Вот это поворот. Фарс какой-то. Странно, Блэкволд же утверждал, что в эти суеверия не верит. Нет, здесь есть фатальная ошибка. Дзинкси говорила, что она своего отца видела. А если она видела своего отца, как же она могла видеть этого демона? Нет, это брехня какая-то. А если она видела здесь своего отца, зачем она тогда побежала звонить? Нет, что-то тут не так. И опять же, вот смотри. Когда приехала полиция и при... Да нет, даже больше. Когда туда прибежала Пола. Дамиан Тенма-то был на месте? Objection!
с этими юками вообще ни хрена не понимаю. Реально, нереально. Я вообще запутался в последних высказываниях что-то. Не, надо завершать. Иначе сейчас мы тут еще больше запутаемся. Тебе-то можно верить, а? Ты вообще там кого-то убил. Раз отбываешь наказание. Господи, чуть с ним. Будто сработал электрошейник. А, ну да. Следующий день? Ну да. Не, ну здесь что-то совсем уж неожиданно. Представляю, какую концовку будет дело. Да. Ну ладно, на этой ноте мы пока, пожалуй, прервемся и продолжим расследование в следующий раз. Оставайтесь с нами и всего хорошего.